И всем привет, это канал Павешка Продакшн. Я Павешка, это... Я брат Павешки Слава. Да, Слава, ты что, Слава Мэрлоу? Я Слава Мэрлоу. Мы продолжаем играть большие приключения Губки Боба Мэна. Остановились на том, что мы на перчаточной вечеринке. Все, да. Попробуем снова пройти эту игру. В прошлый раз мы пробовали, но у нас что-то не получилось. Да, вот оно даже тут не с первого раза нажимается. Снова не вышло. Да не, вообще что-то не получается. Ага. Давай в другую игру. Там, по-моему, еще какая-то игра была. Может, на ней давай получится это... заработать. Ой, вот, за победу первое место $10, второе 5. Все хорошо. Тут надо пробел нажимать. Хотел бы вам посоветовать подписаться на телеграм-канал Слайзера. У него вы можете заказать крутые превью для своего видео, как те, что представлены здесь. Я также сам заказываю у него превью, и вы можете это сделать по низкой цене. Всем советую, а мы начинаем. Выберем, давай черную. Нет, черную, да. Так, все, вроде выбрали. Черную, все. Не выбирается она. Все, пробел надо нажимай. Получается, так, жмем. Не знаю, слышно звук клавиши или нет. Так, давай. О, ну, видимо, то, что мы нажимаем, выиграли, оно все, как-то влияет. Да, все, прошли. Можем больше не нажимать. Все, получается, победили. Да, что нам тут дадут? Раз первое место. О, $10. Классно. Так, все, ну попробуем еще раз. Может, получится снова денег выиграть. Так, ну все, поехали. Да. Так, продолжаем. Какую тут выбрать? Давай красивенькую от этого. Давай первого. Розовую. Ладно, розовую. Все, ее выбрали. И все, нажимаем. Угу, хорошо. Так, я вот не понимаю, она ускоряется или не ускоряется? Как будто это рандом. Да. Не-не, вон как поскакала. Не, все, ну, значит, да. Это мы влияем. Все, снова мы первые. Что, интересно, мы снова что-то заработали. Поздравляем, вы выиграли. Второй раз. Да, второй раз $10. Будем еще раз играть? Да нет, наверное. Нет, давай к Сэнди. Что она тут говорит? О, это было сумасшедшее шоу из Спанч Боб. Ой, не совсем понимаю, что она говорит, но, по-моему, они говорят о чем-то, что пойдем в туннель перчаток. О, пойдем. Все, значит, мы в него заходим. Ой, так, надо найти эти вещи, Патрик. Подожди, что это? О, Спанч Боб, где я? Ой, я потерялась, ничего не вижу. Ой, у нас плохие ощущения. Что это? Сэнди, ты где? Все, пропало. Где Сэнди? Где нам ее теперь искать? Подожди, о, тут какой-то перчаточный человек. Для того, чтобы закончить, чего? Нужно сначала начать. Чего? Будьте уверены, завершить ваши серьезные черночки. Ну, надо что-то закончить, чтобы что-то начать. Не совсем ясно, что тут имеется в виду. Так, может, как-то в очередь попробовать встать? Что-то не получается. Подожди, как? И в начало, и не в конец. Вообще, что? Не ясно. И в майку дверь эту не входится. Давай, в общем, пойдем, наверное, назад. Посмотрим. Нет, давай посмотрим. Может, здесь что-то есть. Ну ладно, На краю экрана. А, вот, мы назад вернулись. С этим, может, можно как-то поиграть. Нет. Да нет, никак не получается. А может, сюда? К Сэнди можно зайти. Да, раз она исчезла, может она туда пошла. Ну нет. Ладно, попробуем еще раз поиграть. Да. Испытание, позарабатывать денег. Давай. Давай зеленый, да. Да, все, нажимай. Мы, наверное, это ускорим. Все, ура, мы победили. О, рука отсохла. Так, ну что, интересно, будем еще в эту игру играть или нет? Надо попробовать снова, наверное, в эти стрелялки. Вдруг у нас получится победить. Все, это мы закрываем. Снова дали $10, и это прям какие-то бесконечные тут бомбищи, баблищи. Так, давай очень идти. Аккуратно. И хоп. И сейчас хоп. Выстрелим. Хоп. Да, попал, есть средний. А почему там было синее, но там зеленое? Ну, это деньги, наверное, вылетели оттуда. А, ну, наверное. Оп, нажал, хоп. И получается... Хоп, да. Да, во вторую попал. Мне кажется, ты сейчас не попадешь. Да, мне вот что-то тоже кажется, но сейчас постараюсь. И оп, да, в синий должно быть полегче. Хоп. И хоп, нет, промазал последний. Лохотрон не лохотрон, но что-то мы с тобой продули. Еще $5. О, подожди, но при этом нам дали $5. Наверное, за то, что мы все-таки 2 выбили. Интересно, куда же тут дальше пойти? Что-то непонятно. Может, еще попробовать походить по локациям, поискать как-то. Да. Поискать вещи Патрика. Давай попробуем куда-нибудь дальше тут сходить, потому что не совсем понятно, что нам еще нужно. Патрику нужно найти еще очки и сачок. Давай попробуем по карте куда-то сходить. Вот тут, например, можно побродить. У Патрика мы дома не были. У Патрика. Может, вещи Патрика все-таки дома у Патрика? Нет, их нет. Может, Может, Сквидвард что-нибудь скажет. Привет, Сквидвард. Привет. Что случилось? Ты случился. Ты не знаешь, где я могу найти очки?
может быть, не совсем понятно, что он говорит в Krusty Krabs, спасибо большое, Спанч Боб, я не хочу тебя больше никогда видеть. Работа разблокирована, ты теперь можешь быть кассиром. Ну пойдем, Krusty Krab, будем кассиром. Хоть какой-то новый контент появляется. Задавимся, да мы уже пробовали задавливаться. Патрик, я, короче, не могу найти твои штучки, давай ты пойдешь голый. Нет, я против. Идем, все, работаем кассиром. Мы за Сквидварда будем работать, капец. Это нечестно. Так, используйте мышку, хорошо, что ж тут надо делать? Готовы? Поехали! 8 плюс 6 долларов, это будет 14. Так, отправить. А, все хорошо, 5 плюс 1, это 6. Отправить, это типа математика. Давай, Слава, сколько будет? 8 плюс 10? 18. Все верно. Отправляем, 6 плюс 5, 11. Ага. Так, 9 плюс 8, 17. 1, 7, 0, 0. Так, и сколько это будет продолжаться-то? 21. У меня, когда я утром встаю, на самом деле, в будильнике тоже он просит меня решать примеры, поэтому я и так каждый день примерно подобное решаю. Сколько мы это будем делать? Пока не проиграем, что ли, или что? А, или вон там люди вроде закончились. Выполнено. Ну, мне сейчас дадут денег и опыт. Опыт и денег. И что? Ну, можно еще поиграть, еще позарабатывать. Но что это нам дает? 6 до 11, 17. Получается снова всех обслужим. 5 до 6 тоже 11. Не совсем весело. Давай ускорим. Может, но по-моему тут ничего не усложняется. По-моему, вот этот дедок последний. И получается 5. Все, выполнили. Снова нам сейчас дадут денег. Но что нам это дойдет? Опыт, денег. Давай и... я догадаюсь. Что? Не, я думаю, что не нужно больше там работать. Нужно пойти попробовать сходить куда-то еще, куда мы не ходили. На медузовые поля мы, например, не ходили. Нет, мы ходили. Ходили? А что тут было? Mm-hmm. А тут, по-моему, что-то лежало. Желе, да. Что ли? Там желе лежало, которым мы Патрика спасали от удушения подушкой. Так, мы там видели как бы футболку, но вдруг там что-то обновилось. Карен. Как хорошо, что мужа нет. Ну, тоже что-то не заходится. Она приводишь, если мужа нет. Сюда, а в дом Губка Боба мы еще, получается, не сходили. Там, может, что-то вернулось. Может, тут есть какие-нибудь очки там или сачок. Ой, как тяжело. Нельзя в бок прийти. Гэри, мяу. Нам нужно найти очки или сачок. У нас пропала Сэнди. В дом Сэнди. О, в дом Сэнди, ну давай. Может, Сэнди вернулась в дом Сэнди? Ну, эту штуку мы уже играли. Что-то пока у нас это затуп. Куда же дальше идти? Это тут в кулинарии и финансировании можно зарабатывать медальки. Может, медальку нужно вторую заработать? Может. Так, ой. Ну пойдем, в общем, на эти, на медузные дела. Единственное, что мы не сделали... Нет, перчаточный мир. Да, перчаточный мир. Единственное, что мы не сделали, это как бы не прошли ту игру с дротиками. Что, может, это как-то что-то даст. Все, играем. А можно начать с верхней? Не, нельзя. Так, ну вот вроде я на нижнюю попал. И... оп! Да, нижнюю сделал. Теперь давай... Давай, победи! Это, по-моему, промах? Нет, это если... Вот, это на верхнюю. Так, теперь какую-нибудь давай, вот этот, нижний. И оп, да, вроде как я на нижний попал. Да! Да, 3 тела. Красавчик! Well done. Well done. Дали 10 долларов, так. А мы могли на конях 10 долларов заработать. На конях, да, на конях, кстати, было проще. К этому товарищу мы не можем сходить. Туннель. С туннелем что делать? Может, тут можно что-то использовать из инвентаря? Может, здесь можно заплатить 10 долларов каждому. Да, там я не знаю, чтоб они ушли. А это что? Покормите Гэри мы сделали. No gas. No go мы тоже сделали. А что no gas? Тут no что-то go. Не нажимается. Вот у него, кстати, не знаю. Будьте уверены, что вы завершили текущий квест, прежде чем начать новый. Это значит, для Патрика надо все-таки найти очки и сачок. Ну, очень внимательно смотрим на очки и сачок. У них тут ни у кого очков нет. Здесь где какие-нибудь очки или сачок? Надо внимательно по экрану смотреть. Может, там на заднюю? Вы выпустите. Ну, сыграли бы разок. Можно вернуться. Тут прикольно. Очки или сачок есть? Может, их можно купить? У меня столько денег. Нет, нужно непонятно. Нужно 660, а еще 600 нужно. А у меня просто 66. Я на самом деле кстати, запутался. Кстати, может, там... нет. Где? Зайти на карту. На карту. Очки и сачок. Что на карту? Что тут? Вверх. А, я думал здесь что-то. Тут два заблокированных домика какие-то. Горы и город. О, тут вот можно пройти. Мы сюда, по-моему, не ходили. Мы сюда не ходили, но... Но это нам ничего не дает. А может быть из какой-нибудь машины что-нибудь есть? Да машины одинаковые тут катаются. Очки и сачок. Тоже нет ни очков, ни сачка. Ты опоздал.
Стоп, а еще раз, заберись на тумбочку. Какую тумбочку? Там нельзя забраться на тумбочку. Нет, там можно забраться на тумбочку. Там нельзя можно, там ходить, там можно ходить по тумбочке, подойди. Прям. А, ну понятно. Где мне взять очки и сачок? Может ящик этот открыть? Не открывается. А может поболтать с Крестиком Крабом? Да, я же с ним только что болтал, он мне сказал, что я опоздал. Здесь мы все обсмотрели, тут я вообще ничего не вижу. Патрик, что ты нам скажешь? О, привет, Спанч Боб. Патрик, ты не помнишь, где ты мог это все вообще потерять? Не, не знаю. Я вообще везде все поискал. Привет, Спанч Боб. Патрик, ты помнишь? Нет, не помню. Я везде все обыскал. В общем, Красти Краб мы точно обсмотрели. Ну, давай здесь еще повнимательнее посмотрим. А, может, к Сквидварду можно домой? Нет, к Сквидварду не можешь домой. О! Что? Что? Почему он нам их дал? А, мы же поработали за него кассиром. А он нам за это дал очки. А что делать сейчас? Так, хорошо. Теперь надо где-то взять сачок. А где сюда пройти нельзя. С кем можно после этого разговаривать-то еще? Да как так, его тут не было? Ну нет, это, наверное, нужно было сначала очки забрать, а потом сачок появится. Ну, видимо, все, идем к Патрику обратно. Патрик, мы все нашли. Да. Все, давай, хорошая идея, квест выполнен, наконец-то. Нам дали 500 опыта, ну потому что тяжелый квест был, там 4 вещи целых надо было искать. Давай, где обратно? Танцуем. А, так. Ну, короче, все, квест выполнили, теперь идем к этому. Здесь. Перчаточник. Нет, вот. Красти краб. Какая-то рыба появилась. Рыбить, тебе что надо? Эй, Спанч Боб, ты не помнишь? Что? Что за рейс? Замороженную тундру. Новый квест. Замороженные друзья. Найди замороженных друзей в замороженной тундре. Так, ну замороженная все. Тундра, а, это ну вот. Ну да. Мы, кстати, почти всю карту открыли. Может, значит, скоро игра закончится. И что? Вот он. Эй, Спанч Боб. Мои друзья пропали в тундре. И помоги их найти. Если мини... Мышкой. Это мышка. Так, и что? Я нажимаю, и он прыгает. Вон, типа там внизу вижу Красти Краб. Ой, мистер Крабс, там Патрик. Это типа вот так перепрыгивай? Или, да нет, это можно. Нет, вот! А! Вот так, все, Сквидварда собрал. Похоже на игру, когда интернета нет, и там за динозаврика играешь. Типа Google динозаврик. На самом деле не совсем понятно, когда ты коснулся этих снежков, а когда нет. Ну, достаточно легкая игра. А для тебя, Слава, она как, легкая или нет? Да блин. Ну, мне сначала в нее поиграть нужно. Как она выглядит? Все, осталось только Патрика спасти. Но она выглядит, как выглядит. Логично. Так, получается, перепрыгиваем. А зачем два раза прыгать? Ну, чтобы для уверенности. Все, спасли. Мы всех спасли. Выпустите меня сейчас из холодной тундры. Сейчас нужно падать со скалы. Разбежавшись, падать со скалы. Что? Какой-то тентакль-осьминог. И, боже мой, щупальц. Ой, а что мне с ним делать? Его убить? Подожди. Да, вроде у него жизни отнялись. Бей! Нет, подойди к нему и бей! Нет, прям подойди к нему. Да у него все равно отняли жизни. Я его даже где-то сбоку бил, нормально было. Какой-то вообще полный тут пупердук. Все, вроде я его убил. Квест выполнен. 500 опыта. Все, здорово. Ты теперь путешественник. А, повысили меня вон, ранг наверху. Так. О, теперь я хочу украсть краб. Что, по-моему, тут больше ничего нельзя делать. Все, вроде просмотрели. Зайди на катру. На катру. На катру. На катру, да. Нет, где? Пока в город не могу идти. Нет, где просто значки? О, в чем баги теперь можешь сходить. Да у меня штаб. Еще 500 очков дали. Не, у меня столько же было, 1400. Вот, к ней. Нам надо идти в перчатки. Зачем нам новые квесты? Если ты постучишь по мне 3 раза, я расскажу тебе секрет. А, не постучишь, а победишь. А, используйте мышку, чтобы если двигать. Вам надо набрать 7 очков. Если ты постучишь. Еще и компьютер обыгрывать. А, ну это легко. Уже первое очко дали. Очко. Давай, наверное, мы... Как его? Доиграем сейчас. А, подожди, что, мы уже 2 раза победили? Да, я как-то даже... раз. Я с закрытым глазом тут вообще играл. 7 раз? Хорошо. Давай сейчас эту игру доиграем и эту часть тоже закончим. Угу. Блин, оно как будто ускоряет все быстрее. Угу. А, ну тут плюс в том, что я могу с любой скоростью шевелиться, а она-то тут с медленной скоростью шевелится. Что это? Кошка. У тебя кресло не поднимается, это табуретка. Я продул. Вот как кресло поднимается. А, это нанотехнология. Это нанотехнология, чтобы падать со стула. Чтобы разбежавшись, падать со стула. Все, 1 раз осталось ее победить. Ну давай, ну что это такое? Давай, ну что это такое? Вот, это забили. Нет, не забили.
Ой, мне забили. Да. Да как так, ты как не так, так. Да как так, не так, так, как так, 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 не так. Ну нахрен, как вообще, блин, мне тут это победить? Твои костяшки сейчас полностью отдали. Ура! Это, наверное, только одну очко, один раз выиграл. Не-не, 7 я ей забил. Карен Челлендж, победите ка... 3 раза. В смысле? А, теперь надо 2 раза ее еще победить. Да не, отстань, все-все-все, подожди. Выйти. Получается, давай, записываем прощание. Все, конец второй части. Это была игра Губкова «Большие приключения». Подписывайтесь, ставьте лайки. Это был Павишка, канал Павишка Продакшн. Подпишитесь и посмотрите видео еще раз. Скажи что-нибудь. Всем пока-пока-пока. Пока. Все, и хоп. Так, получается, тут нужно нажать паузу, а тут закончить.